сюда. На сегодняшний день мост через Керченский пролив – одна из актуальнейших тем. О нем знают все – от Крыма до Камчатки, от мала до велика. Ежедневно миллионы россиян следят за строительством масштабнейшего проекта последнего столетия. В связи с этим Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник при поддержке пресс-службы Крымского моста объявил конкурс детских работ «Я – строитель Керченского моста». На протяжении нескольких месяцев воспитанники общеобразовательных школ и художественных студий трудились над проектом своего моста. И сегодня в торжественной обстановке были подведены итоги и названы имена победителей. Большое спасибо ребятам за их творческие работы. Каждая из работ была оценена, и несомненно, этот творческий порыв войдет в историю строительства Крымского моста. Молодцы! Работы рассматривались в нескольких номинациях, учитывая композицию, ее смысловое наполнение, оригинальность, мастерство исполнения и прочее. Одним из лучших был признан рисунок воспитанника лицея искусств Максима Якимова. На первом плане изображены два рабочих. Один сваривает временный мост. На заднем плане изображены краны. Одни делают опоры для моста. Нарисованы они только карандашами. Ты ждешь мост? Да, очень. Почему? Вот что для тебя значит строительство моста? Туристы там будут приезжать, смотреть наш город. Ну, будет развиваться Крым. Звание победителя, а также специальный приз от мостостроителей получила работа Ксении Кабанец, которая вместе со своими родителями основательно подошла к задаче и построила настоящую копию Керченского моста. Установила арочные пролеты, пустила две транспортные линии, автомобильную и железнодорожную. Даже показала, как по фарватеру идет корабль. Я клеила море, выщипывала поролон. Очень горжусь, то, что мы такой сделали большой мост с мамой, с папой. Был, конечно же, и приз зрительских симпатий. Победителя в этой номинации определили путем голосования среди посетителей музея. Без подарков сегодня не остался никто. Каждый победитель получил приз от музея и мостостроителей, а гостей праздника ожидало несколько музыкальных сюрпризов от воспитанников Керченского лицея искусств. Алена Свистельникова, Николай Пырх, специально для Керченет ТВ.